Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Сегодня я расскажу вам про одну 650-ку, которую я договорился выкупить и буду собирать на продажу. Поехали! У нас есть 650-ка 2008 года выпуска LX. В ней есть все, что необходимо: электрозеркала, электростекло, ABS. Пробег у нее 75 тысяч. Нету разве что подогрева ручек. Технически у нее в общем и целом приехал вариатор. Пора. Уже это не первое вмешательство. Ну вот, на сегодняшний день решил человек продать ее как есть, потому что хочет себе BMW C650GT. Какое-то время мы с ним обсуждали ценник, потому что, честно говоря, на грани рентабельности этот проект. Вот, но попробуем сделать хорошее дело и мопед починить хорошо, и какой-нибудь радостный владелец будет кататься. Собственно, я расскажу о нюансах этого скутера и о том, из чего же я планирую собрать вариатор на него. Вот, я думаю, что в ближайшее время найдется, может быть, прямо среди вас покупатель. Хотя у меня уже, в принципе, есть пара человек, которые интересуются и думают в ближайшие пару дней. Вот, если не надумают, то мопед будет выставлен на продажу. Вот, полноценно к 9 июля я буду, вероятно, готов его отдать. Ну, посмотреть на него можно уже сейчас приехать. Итак, смотрите. У нас здесь, в принципе, скутер, который, насколько я знаю, никогда не был в ДТП. По крайней мере, вроде как по базам он должен быть чистый, и никаких следов здесь не видно. Вот есть какой-то дефектик по пластику, но я ничего страшного в этом не вижу. Я здесь буду показывать номер, потому что это, в общем-то, уже мой скутер на сегодняшний день, и не вижу смысла ничего скрывать. Значит, здесь у нас двигатель вот такой вот красивенький, чистый. Здесь никто ничего не мыл. То есть вот он как приехал, так приехал. Соответственно, 75 тысяч пробега. Подшипники маятника не знаю. Возможно, потребуют замены по-хорошему. Сайлентблоки по-хорошему требуют замены. Да, честно об этом говорю как есть, потому что, ну, что тут уж сказать. По-хорошему, при таком пробеге этого стоит ожидать. И, в принципе, при таком возрасте чудес не будет. Ну, пробег мы, наверное, можем посмотреть. Вот он у нас, наверное, будет виден на камере. Ну да. И, в общем и целом, здесь все хорошо по мотору. Все сухое, прям ничего нигде не течет. Все у нас здесь нормально. Тормозной диск задний, вероятно, просится под замену уже. Суппорт, кстати, в нормальном состоянии. Передние тормозные диски еще более-менее. Стоит брызговичок на переднем крыле. Радиатор, кстати, не идеально чистый. Стоит его, возможно, помыть, но не критично. Значит, у нас здесь, соответственно, 2008 год, суппорт сзади и нет подогрева. Кстати, что у него в документах написано, надо еще посмотреть, как бы не 2010. Но это, в общем, не страшно. Продаваться будет без спинки. Мы поставим крепление кофра. Оно чаще нужно людям. И, в общем-то, я думаю, что мы его установим. Нам просто спинка, скорее всего, понадобится. Также из дефектов здесь вот течь редуктора есть начальная. Скорее всего, там надо менять сальники. И я, скорее всего, насколько я вижу его итоговый ценник, делать этого не буду. Но при желании я могу все это сразу отремонтировать у нас. А вот вариатор. Вот на вариаторе я остановлюсь отдельно, потому что его я сделаю как следует, качественно, так, чтобы человек долго не знал проблем. Значит, тут у нас крышка втуленная, родная была пострадавшая, соответственно, восстановлена.
Первичный вал, я на него подобрал отличный, просто отличный оригинал с вот такими вот превосходными просто шпонками. Вал этот заводской, он в сборе такой. У него прекрасные ответные части, вообще без какого-либо намека на износ. То есть вал двухшпоночный, но состояние у него прямо близкое к новому. Бэушные оригинальные пластиковые шестерни в очень хорошем состоянии. Не знаю, насколько это видно на камере, но они прямо очень-очень хороши. Значительной выработки на них какой-то нет. У них пробег, ну, до 10 тысяч. Опять же, шестерни ходят в некоторых случаях и до сотки. Это зависит и от муфты, и, в общем-то, от того, где ездит мопед. Поэтому тут на пробег по шестерням ориентироваться не стоит. Ориентироваться нужно по состоянию. Ну и изюминка этой сборки – это превосходнейший, вообще идеальный ремень. Без единого скола. И не имеющий никаких люфтов вообще. Я бы так сказал, он в принципе от нового не отличим. То есть вообще никаких люфтов. Пробег у него до десятки. У меня почти не осталось таких. Буквально несколько штук еще. Ну вот именно на этот скутер я такой поставлю. Собственно, себестоимость этого вариатора получается без учета работы около 100 тысяч, даже побольше 100, потому что, естественно, здесь будут еще там как минимум пара новых подшипников, резинка, подберу я сюда регулировочную шайбу, и еще здесь требует замены датчик положения щеки, он здесь будет стоять бэушный, в хорошем состоянии, выберу максимально живой по сопротивлениям, по характеристикам, насколько найду. К сожалению, новый тут вообще в бюджет никак не проходит, да и достать его сейчас тяжело. Собственно, тут ничего особенного, все абсолютно нормально. Тут, скорее всего, резинку мы меняли. Он сухой, вот здесь вот нету течи. Хотя у многих на таком пробеге здесь есть течь. Не знаю, почему так, но вот здесь ничего не течет. Все абсолютно сухое, абсолютно живое. Этот мопед когда-то принадлежал одному клубному товарищу. Может быть, кто-то знает, с ником «Летчик». Вот. По расходникам у нас здесь, ну, тормозные диски я уже говорил. Колодки тут, кстати, по-моему, оригинал по кругу стоят, но состояние, не знаю, возможно, уже подходит. Резина передняя менялась достаточно недавно. Она хорошая, причем стоит Мишлен, если не ошибаюсь, это City Grip 2. Это хорошая, прям такая нормальная резина. Все у нас здесь пыльнички на суппортах нормальные. Со смазкой все было здесь в порядке. А задняя резина стоит Michelin City Grip. И в принципе она... Ну, я бы так сказал, что она походит. Ну, типа 1005 можно на ней проехать. Потом надо будет задумываться о замене. Вот. Ну, на мой взгляд, очень вменяемый, приемлемый мопед. Вот такой вот у него тут пластик по внутряночке. Достаточно хороший. Все крепления на месте. Ну и, скорее всего, краска у него родная, я так думаю. Все, что необходимо, у него работает. Да, все крепления на морде абсолютно целые. То есть, два родных ключа. И все, в общем и целом, у него в порядке. Такая вот картина. Да, тут немножко запесоченные поворотнички. Их бы полирнуть, помыть его. Вот, родные скаевские фары. Кстати, отражатели в хорошем состоянии. Никаких нет дефектов. Типа, никакого ксенона никогда не стояло. А то, знаете, как бывает, вот не знаю, будет ли видно. Да будет. Вот у нас тут стекло мутное, например. И там отражатель тоже имеет пятно над лампочкой. Вот это вот ксенон стоял. Ксенон убивает фары, к сожалению. И никуда от этого не убежишь. Вот. Собственно, такой вот скутер будет продаваться.
Если кому-то интересно, пишите мне прямо в WhatsApp. В описании к видео есть мой номер телефона. Только, пожалуйста, не звоните. Все время занят. Говорить могу далеко не всегда. Вот, с радостью вам его покажу. Хоть в таком состоянии разобранный, хоть уже собранный. Я просто думаю, что когда выйдет видео, я, скорее всего, его уже соберу. Вот. Соответственно, на вариатор после моей сборки будет действовать гарантия 1000 километров. То есть я просто абсолютно уверен в том, что делаю. Ну, там, условно, 1000 километров или месяц. И, естественно, если когда-нибудь что-нибудь сломается, то мы всегда разбираемся и в случае каких-то наших ошибок бесплатно, естественно, это все решаем. Там уже надо смотреть причины возникновения. Мой прогноз, что после этой сборки этот вариатор ближайшие 1030 точно должен пройти без каких-либо трудностей. Ну, а там плюс-минус уже будет зависеть от того, кто будет ездить, как будет ездить и так далее. Безусловно, мопед не новый. Ну, собственно, в сегодняшнем рынке он будет выглядеть достаточно неплохо, потому что лучше найти довольно трудно. Очень много 650-ок, к сожалению, продается с абсолютно неизвестным состоянием вариатора. Здесь же, покупая у нас, можно быть уверенным, что, по крайней мере, все действительно соответствует действительности. Сколько я скутеров продал? Уже довольно-таки много. Еще ни одного недовольного владельца, который бы постоянно мучился с этой техникой, я не знаю. После меня покупать обычно можно. Так что как-то так. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться и поставить лайк. А если вы хотите поддержать мой канал, внизу в описании к данному видео и в закрепленном комментарии есть ссылочка на Boosty. Милости прошу, буду рад. Всем пока!